видел синих человечков? Да, конечно. Вы случайно не видели синих человечков? Да, они везде. Вы не готовы ко встрече с ними? Зато они готовы к любым неожиданностям. Они милые? Скажи спасибо своей дамочке, а то бы я сожрал тебя с потрохами. Смурфучение – их конек. Очевидно, вам не хватает образования, чтобы объяснить ситуацию в двух словах. Значит, стоит включить телевизор, когда идут смурфики. Смурфики свое дело знают. На «Беларусь-2».